Ретрофанат. Роман Гаврилюк – постоянный клиент автосервисов. Страсть блогера к старым машинам – дорогое удовольствие. Ну, самую дешевую машину брал где-то порядка 200 рублей. Это в основном машины, которые имеют, там, скажем, технически плохое состояние, но они годятся на запчасти. Потому что если вы покупаете себе старую машину, будьте готовы к тому, что вам нужно пролазить кучу разборок, либо купить уже донора, с которого вы можете снять нужную вам запчасть. Вот. А в среднем машина, которую я покупаю, стоит порядка 1500–2000 рублей. Вот, в зависимости от задач, которые мне нужны от этой машины. Найти свое. Набив кучу шишек, Гаврилюк с сотой попытки отыскал честных на руку мастеров. Те не затягивают ремонт, чисты на руку. И самый первый фактор для того, чтобы вас кто-то обманул на СТО, это сказать, что я в этом ничего не понимаю, вы мне сделаете, чтобы я мог ездить. Как только мошенник или человек, который хочет на вас нагреть руку, ремонтник, он слышит эти фразы, для него это прямой маркер для того, чтобы взять с вас максимальную сумму денег.